Привет! Вы сегодня вышли? Я вас вчера уговаривала. Акбар подкатывается. Чего ты боишься? Вы уже так с соседями перефыркиваетесь. Насколько, посмотрите, крупнее девчонки сзади. Барон, Акбар, такие вокруг тигра. Бомбеюшка. Ну, повыходили, да? Чего ты шипишь? Чего? Ну, чего? Красивый, красивый, да? Я сказала, что амбуйцы больше. Ну, так это же видно. Крупнее гораздо. Вон насколько. Шипелки, шипелки. Ой. Очень интересно. Чего ссоримся? А? Ты видишь, что мальчишки все на нервах? Чего вот это вот ходила сзади? И сама испугалась. И их все испугала. Да. Ты видишь, охраняют территорию? Кэмен. Туда-сюда, 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 да. Ты же девочка. Пусть мальчишки там ходят, перефыкиваются. Я понимаю, что ты звезда, да. Но ты же девочка. Вот очень интересно. Вчера было солнце такое. Я их уговаривала выйти из домика. Так и не смогла снять толком, потому что они штабелями там лежали. А сетка маленькая, очень неудобно снимать в домиках. Сегодня холодыга. Акбар такой. Ту-ту-ту-ту-ту-ту. Они все повыходили. Непонятно. Вчера там плюс 12 почти было. Не вчера. Позавчера, я уже путаюсь. Ни в какую. И так уговаривала. И так уговаривала. Мне так понравилось, что приходили сюда, к этому вольеру. Приходил весь наш львиный прайд. Стоял возле ворот, объединенный наш прайд, и хотели сюда зайти. И так вот я просто не успела дойти. С двух сторон, с этой стороны стояли тигры, смотрели на львов с той стороны, а с той стороны стояли львы и смотрели, что делают эти полосатые кошки в их вольере. Акбар все-таки осторожничает. Да? Чигирями ходит. Да, только бомби с бароном более смелые. Акбар осторожничает. Так, ну пойдем, потому что холодновато. У них тут львиное, тигриное рандеву. Вот. Иди сюда, иди, моя красивая. Иди, моя красивая кошка. Да, иди, попыкай. Да. Ты фыркалка, ты фыркалка. Да, да, бомбишка. Моя кошка золотая, да. Один ты только фыркаешь. Приветственно, да? Да. Любовью от суматанцев.
Нет! Пошла переодеваться.